Так, друзі, продовжуємо проходити Call of Duty 4. Продовжуємо. Куди нас відправляють цього разу? Зразу в бій. А, то мої? Я думаю, що це противник. Да. Второй отряд! За мной к зданию! Вперед! Занять блокирующие позиции! Вот нужное здание! Входим через левую дверь! На позиции! На позиции? Давайте, кто выбивает двери? Чи я маю робити щось, чи що? Тихо, тихо, диви, він мене заблокував, все. Альмахатель, вальба! Махатель! Все, штурмуємо. Та ви тут самі справляєтеся. Джексон, зайняти позицію. То я Джексон, чи хто? Тихо, 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 диви, загасив зразу по мені. Диви, 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 диви. На тобі гранату. Блін, фінала. Мужики, ви щось би прикривали трохи. А то мені, блін, так нормально по кабіні настріляли. Та я без... Моцно. Всем отрядом! Проверить все трупы! Искать Алясада! Здесь объекта нет, сэр! Здесь Алясада нет, сэр! Тут немає Алясада. В здании чисто! Алясада нет! Прием! Алясада нема. Вас понял, сэр! Конец связи! Всем быть на чеку! Мне только что сообщили, что Алясад ведет передачу с телестанции в полукилометре отсюда. Выдвигаемся пешком. На месте заберем посылку. Вперед! Гранаты кидайте, чего вы перестреливаетесь? Граната, сваливаем. Ев. Ого! Хто по мені стріляє? Звідки? Ззаду хтось? Бля! Я свого загасив! Я не хотів. Здоров, здоров, Дімон. Я не хотів свого. То випадково. Флешка пішла. Бля, я думав, вона моменталка. Тихо, тихо, хто по мені гасить? Мене аж інфаркт чую. Той кидає гранати, пес. Диви, ще гранати кидай. Я кудись не туди забіг, по-моєму. Терористи. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Блін, які вони жорсткі, тихо, вже тут. Та тут, блін, похлеще, ніж Counter-Strike. Що ти, Дімон, як? Я тупо, блін, режим командоса. Не стріляй! Свої на
То добре, що ти кричиш, а то в мене вже реакція. Я вже, блін, стріляю. Та я просто хедшот-машина. Вперед, блін. Винищувачі літають. О, приїхали. Приїхали, блін. Ти куди там кермуєш, падло? Є, я його зняв. Є. Ой-ой. Блять, щось гасять по мені больно. Та на тобі хаєшку, блін. На тобі прям під ноги. Пес. Вагалуахаді, валавалахаді. Так нафиг ті телевізори, вони мене кумарять. Ти чого тут на колінах сидиш? З тобою все нормально? Васкіс. Вставай з колін, блін. І куди ми йдемо? А, сюди. Граната. Флешка. Ой-ой-ой, оце флеша, по-моєму, що йому я. Та куди ти кидаєш осколочні, то мені в ноги, йоперний театр. Та ти що не бачиш, де я бігаю, блін? Мені в ноги. Зайняти позиції. Телевізійна станція заблокована і окружена, сер. Отлично, зайняти позицію на прорив. Штурмуємо. А, мені сюди треба. Валава, хабібі, лавала, лавас. Сержант Глазго. Глазго. Заходим. Чисто, пацани, заходим. Я провірив. Загін Браво 2. Волеваха, волевала. Абдухелор. А чого ви стоїте? Пушим. Є. Блять, ще й флешка мені прямо в кабіну. Том... Ну все, мені гайка. Ні, я живий? Я живий. Я, по-моєму, флешку кинув собі під ноги. Чую, тут буде перестрілка. Штурмуємо, мужики, штурмуємо. Не очікуємо, штурмуємо. Та я тут соло. Куда ти там? Тихо, тихо. Ну все, я тут не міг вижити. Я тут не міг вижити просто фізично. Так, мужики, я займаю праву сторону. Осколочна. Пішла. Пушим. Прикриваємо.
На реакції, мужики, на реакції. Мочи терористів. Це наш? Не наш. Ти в кого відстрілюєшся, пес? По кому ти там гасиш? Диви, по комусь гасить через стіну. У нас ще хтось є чи що? Та тут... Ні, ще десь... Ще десь видно штрих є. Все чисто! Наверх! Чисто, мужики. Алясад должен быть на втором этаже! Пушим. Правда, в мене одна флешка лишилася. Та ти тут тихо ходи. Ходи, не ходи, тут буде зараз жара 100%. Я перший пушу. Не стріляй! Это свої! Никаких признаков алясада. Хорошо. Десантники, заходим. Всем быть на чеку. Тихо, мені тут, по-моєму, підствольник мав би бути, ні? Сербер, сила! Там була якась снайперка, але пофіг. Блядь, винищувачі літають. Я не знаю, чи я сюди пушу, але, по-моєму, сюди. А може і не сюди. Правда, я не відкрию ті двері, тут мусить хтось... З групи відкрити. Капрал. Капрал Маккой. Лейтенант Васкес. Сержант Грікс. Сержант Портер. Кажется, он здесь. Я ПВТ. Его слышу. Не знаю, що це таке. Выполнять! Сержант. В комнате чисто. Его здесь нет. Его тут немає. Эфир пущена запись. Она поставлена на повтор. Да. 1-0 в пользу военной разведки. Грикс, выключи ты это дерьмо. Вас понял. У меня все равно есть кое-что получше. Центр, говорит Красный Волк. На телестанции чисто. Алясада нет. Передача шла в записи. Прием. О, нормальный музончик. Десантники! Слушайте меня! У нас новое задание! Быстро собраться и на выход! Сегодня после ожесточенного боя силы морской пехоты США ворвались в город, где Алясад занял оборонительную позицию. В столице ведутся ожесточенные бои. Ночное небо озаряется зенитными ракетами и заревом пожаров. Колонна тяжелой техники начала огромную. Повторяю координаты. 527619. Прием. Вас понял, прием. Б-6. В болоте застрял Абрамс. Позывной Кабан. Лейтенант Васкес, берите дробовик. Прием. Вас понял. Группа Ви в пути. Пусть Кабан ждет, мы уже приближаемся. Конец связи. Кинуть зв'язку. Поїхали. Танк із групи Альфа застрял полкілометра к северу отсюда. Нужно спешить. Пошли. Let's go, boys. Come on. Ух ты, шо ты шо? Це фатально було. Це було фатально. Тут треба якось... Групи Альфа застрял полкілометра к северу отсюда. Нужно спешить. Пошли. Живі. Живіше. Все чисто. Покупай. Давай, шевелись.
Бобби, прикройте нас! Давай, Джексон, пошевеливайся! Включаем. Ні, ну це щось дуже мені навтикали. Дуже мені навтикали. Нужно спешить. Пошли. Живе. Все чисто. Поднимайся. А, зразу попали. Зразу по мені попали. Диви, тут просто гасять нереально. При тому, що і без нічного бачення вони гасять. Зняв кулеметника нарешті. Ти тут задумав це свої. Та вже бачу. Вас поняв. Ой-ой-ой-ой-ой. Загасили. Ні, та то, блін, щось нереально. Просто мене гасять і гасять. Джексон, ти Райсєвич наверх. Ми прикроємо код. Виполнять. Та йоп, тебе за ногу. Запарив мене. Ні, то треба відійти, то що? Мені аж погано стало. Я прикриваю, давай, біжи, прикриваю. Я тебе прикрив, я ж тобі казав пуш, стоїш, втикаєш. Тут, блін, командоси працюють. Тут нема часу втикати. Чисто! Тут нема часу втикати, пацани. Я ліпше снайперку візьму. Мужики, куди ми йдемо? Я не розумію. Диви-диви! Та вас як гімна тут. Та як туди до них пробратися, алло? Я щось не в'їжджаю. А, тут є вихід. Заткнись і продовжуй, блін, працювати. Пушим, пушим. А вон тут хер є. Тихо. А я тут, а здоров. Блять, граната. Закидують мене гранатами. На
Ах ти, йовки ти палки. Та зліва, 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 забери перешкоду. Та вони просто... Жестяк просто. Просто жестяк. Душать, душать, їх тут купа. Їх там тисячі! Заткнись і продовжай стріляти! Вас понял! Огонь на подавлення! На, шкаска злетіла. Давай, підніми голову. На. На. На, блін, аж каски злітають. Жестяк. Чувак. Бля, обідний чувак. Я тебе чуть не загасив, дядя. Мені треба зробити. Рідовий вест рання! Джексон, бігай зірвання! Джексон, хватай джевелін! А де той джевелін є? Куда? Джексон, бери джевелін і розберись з танками! Та я понял, а куда, блін, де той джевелін є? Я щось не в'їжджаю, куди мені треба йти. Диви, їх тут дохіліще просто. Хватай джевелін, живо! А то ще вище кудись можна піднятися. А вон він є. Огонь по техніці на другій стороні моста! Живіє! Джексон, давай на второй етап! Я, по-моєму, якийсь кривий. Я вже поняв. Доб'є його, ні? Хорош. Блін, це я, блін, просто красавчик, навчився. Там шишняга десь поїхала. Ще одну ми. Ха-ха. Де мій автомат? У нас тут, як взагалі, тут запара, блин, Васкес. Ти думаєш, що тут що, солодко? Давай, возвращаемся к нашим. Тут, блин, перестрілки, тебе на кожному кроці чекають, терористи. Ну і так тут обіжимо все. Та мені прям з РПГ в мене стріляють. Знач, я маю йти за кулемет. То і так понятно. А, то з боків вже заходять. Диви, 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 диви. Здохне мені нахер. Та хто? Звідки? Диви, та
Їх просто як мух. Б6, внимание! К западу от вашей позиции обнаружен противник. ОС, В6! Запрашиваю поддержку с воздуха, прием! Ответ отрицательный, Б6. Юго от вашей позиции вражеская ЗПУ. Пока вы ее не уничтожите, мы не сможем выслать к вам вертолеты. Джексон! Разыщи ЗПУ и нейтрализуй ее, чтобы вызвать поддержку с воздуха! Опер, здесь! Прикройте его! Я погнал! Так, выдвигаемся! Очистить западный воздух! Вперед! Я погнал, пацаны, штурмую, пушу, все, все роблю. Граната, наступать. Е, хорош. Все четко. Ой, ну це було на реакції просто. Це було просто на реакції. Поддержка с воздуха уже в пути. Им нужны наши точные координаты. Установи инфракрасный маяк. Конец связи. Та я, походу, тут один маю все робити. О, кулі летяють, трасировка бешена. Ёб твою мать, валить. Сигнал маяка получен. Приближаемся с северо-востока. Ждите сигнала. Рятуйте нас, алло. Та я там кулеметника зняв. Бам. Тихо, ще один десь там хер є наверху. Второй, видиш кого-нибудь? Нет, вы всех уничтожили. Вас понял. Все цели уничтожены, мы улетаем. Це так перестрілка. Удачи, парни. Прием. В зоне посадки чисто. Высылайте техников. Пора вытаскивать этот танк. Вас понял. Они уже в пути. Операция выполнена отлично. Конец связи. А мне нагороду... Занять Джексону. Танка! Нагороду Джексону. Быстро, швиденько. Слишком мало времени, чтобы вывести отсюда. Займем позиции у болота. Здесь, здесь и здесь. Техникам нужно время, чтобы починить танк. Всем ясно? Де ми впали? Ти все ще жив. Вставай. Капітан Прайс. Нам нужно торопиться, пока не прибыли поисковые отряды. У нас потери. Полсон и оба пилота мертвы, сэр. Сараса. Ладно. Зона посадки не так далеко. Выходим. Б6, говорит база. К вам летит AC-130, но ему нужно время, чтобы добраться до вас. Прием. Вас понял. Конец связи. 500 метров. 130, да? Давно я на таком не летал. Капитан Прайс. Сэр, с севера приближаются машины. Подпост, быстро!
нам. Блядь, флешку. Може би ви якось відкрили ті... А, вже відкрили, хорош. Додумалися. Заспокойся, чувачок. Граната. Headshot machine. Все чисто. Отлично, йдемо далі. Не можна тут перепригнути, на жаль. Щось з фізикою не дуже зрозуміло. Ніколай з нами. Прожектор! Все на землю! Не висовуватися! Слухаюсь, капітан Прайс. Сэр! Yes, sir! Вертолет улетает! Идем! Давайте! Let's go, командос! Они там, у дома! Противник с тыла! Ой-ой-ой! А что ты по мне так гасить более, че? Це якісь дилетанти. Відкривай двері в підвал. Виконую. Двері відкрито, сер. Є вдох. Бистро, бистро. Давайте. А то нас там точно загасять. У них кількісна перевага, як-не-як. Від кого там лягаєш? Де тікаєш, алло? Я ще живий, ні? Живий. Узик ліпше візьму собі. Что-то слишком тихо. То точно. Неділись, чорт побери. Наверняка они сменили позицию. Щось попахує. Отрезать нам путь где-нибудь впереди. Якоюсь засадою, якщо чесно. Всем быть на чеку. Що там? А, собака. Вівчер напав, блядь. Не, ну вівчер мене загриз. Всім бути на чеку. УЗИ. Вижу, так, так, ти не хочеш сісти? Граната. Ще одна граната. По-моєму, не докинув я.
можна було наверх вилізти, до речі, було би комфортніше їх. Є, загасили його. Так, рухаємося далі. Держитесь, вертольот возвращается. Ну, блін. Похоже, они не знают, где мы. Та, конечно. Ми тут перестрілку зробили, і вони не знають, де ми є. Ну, логіка, блін, железна. Залізна. Перестріляли їхню тут компанію цілу. Стойте. На мосту впереди часовые. І вони не знають, де ми є. Шевелись! Вижу врага! Они... Осторожно, вертолет! Та сдохни ты, кусок ты гаманца. Скільки їх там на тому вертольоті? Бля, Гаса, ти можеш мене не підстоплювати? Давайте рухаємося, штурмуємо, бо тут щось дуже ламають кабіни. Займаємо цю оранжерею, мужики. Ще один є. Давай, вилазь. Є, готовий. Диви, в вікно хотів залізти. Ля наївний. Больно. Ховаємося. По ногам. Є. Зніс одного. Тихо, тихо, тихо. Так, треба УЗІшку брати і міняти її на щось. Ой, якесь говно взяв. Не пушка, а говно якесь. Ще й граната. Граната, тікай, тікай. Капітан Прайс, в амбарі стінгери. Суд! Хватай стінгер і стріляй по вертольоту! Быстрее! Чёрт, он выпустил сигнальные ракеты. Да-да. Не так всё будет просто. Пес. Хватай ещё один стинг. Пес дуже хитрый. Устроим ему проверку. Диви. Тікає, мразь. Попав. Хорош. Чёрт, молодец.
на СОУП. Та я знаю, я зі всього вмію стріляти. Зі стінгерів, ми з джавелінів, пацани. Тож ми не шут. Не жарти тут всі. Видвигаємося. Та відкривай же ти, капітан Прайс, вусатий. Б6, внимание! В ваш квадрат входит AC-130. Конец связи. В6, говорит боевой молот. Жду сигнала. Слышал, вам нужна помощь. О, там танк. Приказывайте. Боевой молот. Огневая задача. У противника бронетехника и пехота. В 100 метрах к юго-западу от нашей позиции. Вас понял. Спускаюсь. Стингера у меня нема, да? А тут жесть, жесть відбувається. В6, ми прикроємо вас до зони посадки. Вам лучше поспешить. Вас понял, боевой молот? Выдвигаемся, конец связи. Так, що тут далі? Куда нас дальше перекидують? Я так понял, тут без озвучки, ну попробуем скипнути. Пламя, мы приближаемся к городу по дороге с запада. Подтвердите, что видите нас. Вижу дружественные войска. Внимание, не открывать огонь по целям с маячком. Это союзники. Оператор, подтвердите, что видите городскую церковь. Видим цель. Начинайте отсчет. Вас понял. Мы на месте. По церкви вести огонь запрещается. Не стрелять по церкви. Сейчас я не дуже въехал. Она движется. Одна из машин движется. Объекты выходят из церкви. Вооруженные объекты движутся от церкви. Запрашиваю разрешение открыть огонь. Вас понял. Разрешаю открыть огонь по машине и пехоте. Подтверждаю, внимание, разрешаю открыть огонь. По зданию церкви не стрелять. Вижу еще пехоту. Так, парень мертв. И был бы мертв, промахнись ты хоть на 2 метра. Нейтрализовать всех у здания. Отличное попадание. Вон там. Получаю данные. Прямое попадание. Один у той машины. Выведете огонь по своим. А, то мои. Что видите городскую церковь? Видим цель. Начинайте отсчет. Звичайно, не въехавши. Понял. Мы на месте. По церкви вести огонь запрещается. Не стрелять по церкви. Вижу машину. Она движется. Одна из машин движется. Объекты выходят из церкви. Вооруженные объекты движутся от церкви. Запрашиваю разрешение открыть огонь. Вас понял. Разрешаю открыть огонь по машине и пехоте. Подтверждаю, внимание, разрешаю открыть огонь. По зданию церкви не стрелять. Неплохой выстрел. Уничтожить его. Ты достал его. Отличный выстрел, отличный. Покончить с ними. Бабах! Вон один бежит. Больно, наверное. Вижу еще пехоту. Может, подстрелишь его? Отличное попадание. Отличное попадание. Вижу целую гору обломков. Прямое попадание. Так, парень мертв. И был бы мертв, промахнись ты хоть на 2 метра. Ты достал его. Вас понял. Уничтожить их. Они пытаются укрыться за стеной. Вон там. Получаю данные. Отлично, этот готов. Возвращаемся к другим целям. Уничтожить его. Ага, прямо в цель. Вас понял. Уничтожить их. Внимание, уничтожить машину. Ага, прямо в цель. Машину яку? Скорректируй.
изменить угол развертки. Настроить сканирование под углом. Пламя говорит Б-6! Проходим мимо большой церкви и направляемся к шоссе! Огонь не прекращать! Конец связи! Вас понял. Открывайте огонь по всем целям без маячка. Это враги. Ни хрена себе! Уничтожить его! Смотрите, куда стреляете! Следите за мигающими датчиками, это свои! Нейтрализовать их! Противник пересекает поле. Вижу пехоту. Даю разрешение открыть огонь по пехоте противника. Вижу бегущую цель. На дороге противник. Получил разрешение открыть огонь. Получаю данные о цели. Вижу еще пехоту. Установить радиус сканирования. Второстепенные цели. Отлично, этот готов. Возвращаемся к другим целям. Противник пересекает поле. Надо выделить сигнал. Один у той машины. Покончить с ним. Отличное попадание. Вижу целую гору обломков. О, бля! Хорош. Приближаемся. На дороге противник. Восстановление цели. А, прямо в цель. Машина приближается. Не открывать огонь. Повторяю, не открывать огонь по машинам на трассе. Пламя! Мы пытаемся угнать гражданский транспорт на главной дороге. Прикройте нас! Огонь по машинам на трассе не открывать. Это гражданские. Пехота пытается захватить транспорт. Не открывать огонь по машинам до дальнейших распоряжений. Как он, наверное, зол? А неплохая машина. Да он, наверное, обделался от страха. Пламя! Мы помечаем машины! Подтвердите, что видите сигналы! Вас понял, сигналы видим. Внимание всем, не открывать огонь по машинам, отмеченным проблесковыми маяками. Это свои. Будьте начеку. Противник устроил засаду на повороте. Эй, штурман, о каком повороте речь? Прием! Управление огнем. Видите водонапорную башню? Прием. Оператор, подтвердите, что видите водонапорную башню. Вы имеете в виду водонапорную башню у перекрестка? Вас понял, цель наша. Рядом с водонапорной башней поворот, видите? Вас понял. Смотрите дальше по дороге до следующей деревни. Там должна быть еще одна водонапорная башня. У нас некоторые сложности с поиском деревни. Как далеко она находится? Приблизительно, сейчас. Примерно в 2 километрах от шоссе по извилистой дороге. Вас понял. Высаживаемся у деревни. Приготовиться открыть огонь по наземным целям. Вижу силы противника на повороте. Противник готовит засаду на повороте. Их маскируют деревья. Ух ты! Кто-то шмаляет из гранатомета. Вас понял. Всем вперед! Уничтожить все живое в деревне. Там бронемашина. Вон там выезжает из амбара. Подтверждаю. Получено разрешение уничтожить все цели в деревне. Открыть огонь. Пламя, на нас напали! Помощь не помешает! Внимание! Уничтожить источник дымового следа. Очистить дорогу для наших ребят. Вижу объекты на крыше подковообразного здания. Подковообразного? Это здание с плоской крышей. Здание с плоской крышей. Осторожно! Вы чуть не пристрелили наших парней. Вон там. Получаю данные. Установить радиус сканирования. Скорректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Ничего не разумею. Восстановление цели. Тут они сами между собой спелкуются, я тільки стреляю. Надо выделить сигнал. Пламя! Приближаемся к зоне посадки на свалке! Покидаем транспорт! Вас понял, В-6. Внимание, дружественные войска покидают транспорт и приближаются к зоне посадки. Не открывать огонь по пехотинцам с мигающим маячком. Подтверждаю, внимание на маячки, это свои. Вижу противника на свалке. Внимание всем. Уничтожить противника. Ну, они и разошлись. Ух ты! Неплохой выстрел.
Бабах! Так, парень мертв. И был бы мертв, промахнись ты хоть на 2 метра. Отличный выстрел, отличный! Да ясно, я, блин, мастер в том, в тей справе. Установить радиус сканирования. Получено разрешение открыть огонь. Ни хрена тебе? Вас понял. Уничтожить их. Ух ты! Да я их просто размотал туда. Полетели куча. Надо выделить сигнал. Вас понял. Вижу объект. Даю разрешение открыть огонь по пехоте противника. Может, подстрелишь его? Вижу пехоту. Вас понял. Уничтожить их. Отличное попадание. Ни хрена себе. Ну? Вижу еще пехоту. Покончить с ними. Больно, наверное. Пламя! Мы у посадочной зоны! Противник окружает! Запрашиваем огневую поддержку вокруг зоны посадки! Враг приближается! Противник окружает зону посадки. Рекомендую зачистить зону 25-м калибром. Отличный выстрел, отличный! Прямое попадание. Вас понял. Опля! Ха-ха. Внимание, к нам приближаются вертолеты. Огонь не открывать. А, то, блин, по-своему. Ну, бывает, халатно. Пламя! Мы у посадочной зоны! Бля. Противник окружает! Свого запрашиваем огневую поддержку вокруг зоны посадки! Враг приближается! Противник окружает зону посадки. Рекомендую зачистить зону 25-м калибром. Отличное попадание. Вижу целую гору обломков. Прямое попадание. Вас понял. Ух ты! Внимание, к нам приближаются вертолеты. Огонь не открывать. Та я там вже трохи перетовки. Давайте, ты нас зашел. У нас получилась отличная запись полета. Я вас понял. Всем спасибо, задание выполнено. Вас понял. Возвращаюсь на базу. Папа. Бах. Все, кинуть миссии. Куди цього разу? Австралія чи що? Сержант Пол Джексон. Бої продовжались всю ночь. Силы ВМС США пытались прорваться через город в поисках Халеда Аль-Асада. На улицах периодически слышны выстрелы. Войска Аль-Асада продолжают отступать к президентскому дворцу. Говорит лейтенант Васкес, кабан в пути. Такое веселье мы ни за что не пропустим. Так, друзі, а вже продовжимо наступного разу.